Всем привет, друзья! Репортаж из Вены, столица Австрии. Я нахожусь возле церкви Святого Стефана, вот ее уменьшенная миниатюра. Только что поднялась на высоту 343 ступени. В общем, ожидала, конечно, большего, но получилось так, что виды оказались закрыты сувенирным магазином, и пришлось довольствоваться видом из окна. Но однозначно подняться туда стоит, потому что вы будете все-таки... То, что вы увидите сверху, вы не увидите, так скажем, снизу, вот, это логично. Ну и стоимость такого подъема где-то около 5 евро. Ранний час, 10 утра, народа уже достаточно на площади. Сам вход в храм расположен прямо перед метро. Мы можем видеть сзади вход в метро. Здесь постоянно что-то ремонтируют, постоянно происходят какие-то работы, и, в общем, новое время, оно тесно переплелось со старым. Поразил тот факт, что на самом здании вывешиваются плакаты, то есть, как бы, несмотря на то, что это как бы святыня и достопримечательность, здание продолжают эксплуатировать как, ну, как рекламную площадку. Вот. Кто-то упоминал, я начала читать отчеты подробные, кто-то упоминал о такой особенности, что Австро-Венгрия, они вообще, их национальной особенностью является строительство новых домов и предметов на фоне старых разваленных руин. Сама королева любила разбирать старые дома и выстраивать из старых разобранных домов новые строения. Вот. Ну что хочу сказать, впереди мне еще предстоит экскурсия. Вена 15-15 – это авторский проект. Он, по-моему, происходит в десятках городах Европы. То есть вы подходите в определенное место в 15 часов 15 минут, и начинается экскурсия, которая стоит 20 евро. Вчера я получила купон, скидку на эту экскурсию в размере 1 евро. Вот. И сегодня будет подробный отчет. Всем привет из города Вена!